И побежали, что там? Так, понятно. Меня аж в третьем бое дали. Солитер, за солитерами нынче очередь. Тут есть какой-нибудь короткий путь через горы или вокруг оббегать нужно, чтобы до базы центральной дойти? Сейчас вот наверх уходи. Понял. Все, я вижу, тут даже колея, кто-то на технике катался. Я по ней пойду. Да, тут, в общем-то, одинаково быстро, что обходить, что так, на самом деле, разницы практически нет. Кирилл, ты тут поворотники включил, сигналил, блин, подрезал, обогнал. Я солитер, мне все понятно. Ага, синяя ведерко еще, вот одень на свой солитер. Синяя ведерко, это, кстати. Это мигалка. Это он у нас по ведеркам специально. Эй, я... Охренеть. Нифига себе здесь ветерок. Ха, тебя смерчем поднял? Да охренеть, 30 тонн. Метров на 5 воздух подняло. Фига себе здесь ветры дуют. Выбежал, целей пока не наблюдаю. А, тут захватывать же не надо, да? Конечно, не надо. Есть одна цель у меня. Осирис. Ну вы меня не можете... О, да, три цели! Ты от меня уже в километре. Давай, возвращайся. Потому что Мегадесс... Нет, ты сюда беги. Потому что Мегадесс у меня уже. Фига себе, вы шустрые. Помощь, ты чем там спишь? Я один против двоих остался. Я его не догоню, наверное. Думаю, что да. Оставайся в центре. Не уходи от базы. Ну я вообще не битый, меня даже никто не поцарапал. Я тут могу немножко их поддерживать. Ну я сейчас подойду через 10 секунд, туда спаунишь. Не, Ульвер все-таки вещь с лаком. ДПС высокий. Особенно если из засады стрелять. Два хэви смол лазера отлично помогают. Только, блин, вооружение. У меня от УАКа... А, тут можно где-нибудь заправиться? Нет, по-моему, нет. Хреново. У меня к УАКу закончились выстрелы, а без УАКа я так, ничто. Надо APC туда гнать в центр. Я уже купил. Что? Mm? А, ну, хотите, я пригоню APC. Не, да знаю. Ладно, скорости большие. Я купил APC. Я... Нет, ее надо все равно кому-то, кто кому-то надо туда ее пригнать. Я в ангаре сейчас заныкаюсь.
А тут вот башни есть, они помогают? Стреляют по ком-нибудь? Они для мебели. Блин, кто эту базу строил? Она нейтральная. Чего ты хочешь? Я ее захватил, она теперь моя. Ну, садись за турель и стреляй. Боже, я никогда не ездил на этом ведре. Лучше бы еще столько же не ездил. Еще никогда? Еще да. Так, денег кому подкинуть? Мне нужно будет. Скажешь, когда? Желательно, чтобы я еще жив был. Ну, можешь сейчас уже бросать, начинать. Я же в EPC еду. Я сейчас... Прицели. Я ее на себя возьму. Которая... Е5. Это Осирис. Ну, меня разобрали. Я вижу. Кирилл, кто тебе права давал? Это плохо, ребят, что вас разобрали. Меня сейчас тоже разберут из-за этого. Мне срочно надо куда-то ныкаться. Так, у нас из живых есть кто-нибудь? Я респаунюсь только. Я на базе. Ну тогда я вас жду, вместе пойдем, наверное. Деньги нужны? Нет. Давай. Через 15 секунд могу передать, Кирилл. 6 тысяч. Через 10. Так, давайте Кирилла подонатим. Сделаем какой-нибудь одного из нас Uber стек. Ну, у меня максимум, что будет, это кошка. Если сейчас вот вы дадите. Нифига себе. Когда тут одни засели лайтов, кошка нормально. Ну, причем кошка, которая Фокстрот. Это с ЛБХами, которые? Да. Да тоже неплохо, у нее нормальный ударчик. И альфа неплохая против лайта. Да и стреляет далеко. Он не помню, пятый ЛБХ. Да. Она мне нравится. Ну, ДПС у нее не скалывает. Не, ну нам в любом случае нужен какой-нибудь мех, который танковать будет, который выйдет вперед и которого будут разбирать, а мы будем издали постреливать. Ну я вас догоняю. Я еще тут параллельно РПшу, поэтому извините. Да я видел, как ты ездил на IPC, я так и понял, что ты там нет, чем-то тогда еще занимаешься. Нет, я как раз ехал, ехал здесь, здесь был полностью. Это просто я так езжу на IPC. А на Шевроле кто там у нас едет? Не знаю кто. Видимо, Iron Curtain. Так, цель 700 да, метров. Да, подтверждает, цель 700 метров, он выключил радар. Там этот самый Улер один был, я точно видел. Там Кугар меня разобрал с РМ-ной. Осирис и Кугар. А, Осирис? Были они. Нет. Да. Осирис, был Осирис и Кугар, меня разбирали как раз двое эти. Но он на меня шел. Они мне тоже разобрали. Короче, разведданные. Разведка докладывает, что в ангаре с Repair B... Три цели. Два калугара и один безрукий. Не лезь туда, не лезь туда. Калугары очень сильные в ближнем бою, у них, по-моему, 6 смолпульсов и 2 СРМ-4. Да, 5 дабл СРМ-4 и 5 смолпульсов.
Если от него держаться дальше 350 метров, он ни о чем. Но, блин, тут не получится так. Я вон руку там открываю. Тихо, тихо, не суйся! Макс, не суйся, ты прям под него выйдешь. Давайте один кубок. Готов. Кот, помоги мне, высунься, чтобы они высунулись. Есть. Остался один. Ну сделайте так, чтобы он вышел оттуда. Он сам себя там убивает. Ну флаг ему в лапы, конечно, но... Он черный. Ей! Еще одна цель. Цель подходит. D4. Может, починимся? Или пока рано? А я зеленый, мне не надо. Мы тебя взяли танковать. Как ты мог быть зеленым? А я, по мне никто не стрелял. Я не танковал, я дамажил. Это вы танковали для меня. Пипец вообще. Вот это... Это поворот. Осирис. Айсман. Иначе как Райка не будет. Убивайте, у него уже не торс не рука. Теперь можно и починиться. Блин, только зря залп СРМок потратил. Вы его уже к тому времени разобрали, пока они в полете у меня летели. Артём, тебе денег дать? Mm-mm. Ты кого там, Максим, ищешь? Да нет, нет. Давайте кому-нибудь денег накидаем, банк, пусть какой-нибудь хэви купит. Пах, не хэви дал. Да. Да. Кто у нас там? Макс всех обижает обычно. Давайте его нашпигуем в хорошем смысле этого слова. Mm-hmm. Артём, давай я тебе лучше дам, чем Максу. Какие-нибудь позолоченные копыта, сейчас ему тут спойлеры, сейчас сделаем вообще. На, вот тебе 20. Кого мы спонсируем? Артёма, я да чё ты, я же уже среди вас. Ну, все среди нас. Так, Артём, ты стой в задней линии, набивай бабло и... И линяй. Какой-нибудь нагибатора покупай. По нагибаторстей. Так, у меня цель. У нас там какой-то бешеный Шевроле. Да, оно больное. Две цели, три цели подходят. Ты, может, мы их тут подождем? В ангаре-то удобно защищаться. Мы их тут подождем, мы не будем туда лезть, а то мне. Ну у нас подойти. Помимо Шевроле туда еще и Макс, я смотрю, рванул. Да нет, я тут. Так, кто по мне стреляет? А, сзади цель, сзади. Нас обошли. Убейте, он черт. Или мне надо обязательно. О. Кугар там подходит, СРМный. И Вультура, он. Охренеть. У них-то хэвик уже есть. Ну, у меня 30 секунд. Меня тут чем-то, видимо, кацанули. Я тебе еще сейчас 20 дам, Артём. Артём, и я тебе через 30 секунд дам 20. Вы злодеи. И сразу беги. Да, и после этого сразу беги. Да, Артём, сразу ты бежишь. Нижний старт, и лучше, да, сейчас бежать.
Ты лучше сейчас уходи. Бегу, Лола, беги, беги. Да. Беги, Лола, беги. Давай, делай ноги, мы тебя прикрыли. Так, все, я еще двадцаточку кинул. Сейчас мы им замстим за эту волчью. Не хотят играть, как все, на лайтах, медаках. Война, значит, война. Так, я выключаю радар и иду разбирать вольтуру. Следом. Ну, а я тогда тоже с вами. Я один там не хочу. Я боюсь один оставаться. Да тут все идут. Вольтура и Когар. Вольтура лазерная. Хевила. Когар СРМный. А там еще Осирис. Вижу Осирис. Обойду их. Куда ты обойдешь? И все равно деваться некуда. Не надо туда лезть. Поздно. О, кот молодец. Хоть я шевелил их. Вот спрячься за скалу, не лезь к культуре пока. Да я кубы рассматриваю. Сырм кончается. Ой. Все. Они тоже кончаются, не только сырм. Поддержите, ага, молодцы. Вообще шикарно. Давайте вольтуру доразбить. Да давайте, я вроде так еще целый. Нет, вас смолбина. Но она далеко. Вольтура черная, добивайте. Yes. Уходим. Возвращаемся, ребят. Так, может мы там Артему еще накидаем? Не-не-не, мне хватит. Если накидать мне, то будет фафнир. О, давай тебе накидаем. 15 секунд. Хотя не важно. Я пойду на основную базу за СРМ-ками. О, я PC тогда пригоню. Дельно. Хоть покатаюсь на этой фигне. Максим, пока останься тогда тут, но это, ну не вступай в бой. То есть, если они придут, то линяй. Я пуст. А, так хотел на базу меняться. Короче, если кто придет, ты дверь не открывай и трубку не бери. Да. Жди нас. Ну иди на базу тогда, все на базу иди. Ну что, у тебя пахни? Может быть. У меня сейчас 122, еще с продажи кошки. Через 7 секунд я тебе могу еще дать. А, хотя не, мне еще PC купить, или она дешевая? Она 30 с хвостиком, по-моему. А, ну, я все равно еще и Кугара продам. Ой, мне хочу... Я хочу полетать на этом смерче. Сейчас я с разгона в него, с прыжка попробую. Я 50 тысяч просто, наверное, оставлю. Купить что-нибудь мощнее. Офигеть, как меня подбросило. Я придумал новый вид спорта на основе игры MechWarrior Living Legend. А у меня аж сердце ёкнуло, когда я рядом с собой Масакари увидел, пока не видел, что она зеленым светится. А, ты там Масакари? Праймовый? Да. Я не знаю, я думаю между Фафниром и Праймовым Масакари. Я думаю между покупкой еще боекомплекта СРМ и PC. Мне бы ваши мысли. Ну, если я возьму Масакари, то мне не нужен PC. Я не стал бы подобляться. Спуки жопы проще были набрать Фафнира. Просто если мне нужен, если я возьму Фафнира сейчас, то мне нужен будет боекомплект постоянно. То есть не, ну PC я в любом случае сейчас погоню туда. А если я возьму Масакари Прайм, то мне не нужен будет боекомплект. Это которая с ER-певцами питьё? Да, да, да. Ну она ж греется как печка.
Стреляйте чейном, господа. Нормально она греется. Да, ну и чейном стреляется. Я помню, Алона меня пытался убить, я смотрю такой, я вроде в него не стрелял, а он чуть ли не черный. Сам же перегрелся. Лучше отдал кайфер у тебя. Ну так что мне брать? Я могу Даиши взять, Дэшную, Джишную, Цешную или Ашную. Еще по всему прочему. Так, у меня денег все равно особо не будет. Я могу кому-то еще 20 накинуть. Я потом башкой, побегаю. Давай. Мне будет 1000 на реки. Я тебе дам еще. Вы мне потом дадите на этот, на пипесню или там хэви лазер для этой, для башки. Так, ну если ты взял Масакари, я тогда возьму Даиши, чтобы тебя прикрыть, если что. Чтоб мы оба не были дальнобоями. Да, спасибо, Кирилл. Я думаю, в этой же APC и башки могут затариваться. Так, а где ее спрятать-то? Где-нибудь рядом с ангаром или в ангар загнать? Там вроде в ангаре куча техники левой стоит. Может, там где-нибудь ее заныкать? Да, заныкай в ангаре, удобно. В общем, прям в ангаре Вултура и Холода. Ага, я туда пойду сейчас ныкаться. Освободите ангар для меня, пожалуйста. Стараемся. Захожу с обратной стороны. Я пока на горке тут стою. Жду, когда вы с ними разберетесь. Артем, слышишь, с обратной стороны захожу в ангар. Там три меха сейчас будет. Холмда выходит. Тут СРМная Вултура, это как-то так неинтересно вообще. Вултуру я не видел. Она там вообще была? Она там вообще была. Но она почти сдохла уже. А пулеметом что, урон подняли? Я холм, в принципе... внутри где-то. И Shadow Cut это должен быть, но я его вообще ну, не ребят, вижу. Ребят, ну и подождите, дайте я хоть приду со своими Heavy Medium'ами. Вы главное скажите, когда ангар освободите. Да он с собой не можно сказать. Иди за мной, я тебя в крайняк прикрою. Свободен. Как я всех выгнал из ангара. Да было не всех выгнал. Спасибо. Я прыгнул. Вот вы мне много надавали, я тогда пойду всему шмеха куплю. Я еще 4 могу набросить. Так, все, хватит горшочек, я хочу все-таки лайта как он взять. Я пока не готов к большим. Я побежал на базу, вон она песня. У меня 57, я даже сейчас какого-нибудь медака возьму. Не, наверное, все-таки клан Гаус будет сейчас. От него хоть помощь будет. Ну что, Артём? Не знаю что, можно выходить, баланса нет. А где баланс? Хочешь на ту сторону? А чё это я? А чё я? Да вон, народ, говорят, баланс нужен. Ну вон, Айрден, Куртейн какой-то. У нас тут харась.
Огнеметный. Волга. Меня сейчас перегреет. Перегреет. Спасибо. Еще один хайсер. Я не могу стрелять. Я одна. Так, я... Они меня сожгли практически оба. Ну иди. Ой, на него. Да ладно, ты долго это. Загорел немного. Ну да, ну 60% у меня где-то в среднем. Лишь корочки не покрылся. А корочки? Кстати, разрабы говорили, что если нужно быстро мех остудить, его лучше отключать. Он тогда почти мгновенно остывает. Там по-другому все это, да, расчет идет. Я холодный уже, но меня пожгли. А там хэвики ремонтироваться могут? И да, ассалты. Там все могут ремонтироваться. I'll be back. Где все? Что-то у них еще на одного игрока уменьшилось. Серый рыцарь дисконнектнулся. Да. Ну что ж, пусть превозмогают. Я представил себе, как они вдвоем будут превозмогать. Да ладно, но тогда это наоборот. Серый было до хрена. А теперь это месть. Все, Альфа Зула ушел. Все ушли. Пойдемте над их базой поглумимся, что ли, я не знаю. Как-то позорно они. Вообще, не говори. Мы им это припомним, да? В следующий раз придет Альфа Зула, только начнет играть. Надо было сразу всей команды уходить, их пусть остается. 5-0, ребят. Нам некого бить. Ну, сейчас посмотрим, вдруг кто-нибудь случайно зайдет, а тут сразу толпа на него. Пойдемте в базу их захватим. Да ну нахрен дохнуть под их базой. Зачем дохнуть? Мы ее сейчас разберем. У тебя ерпицы на 900 метров стреляют. Ты нам дорогу раз. А, ты у Артема, да? Счет-то всего-то был 228 за 180. Разницы-то никакой нет. Чего они повыходили? Да потому что у нас куча ассаултов, а у них... Самое главное, когда мы были на лайтах и медаках, почти все на лайтах, они пришли на хэвиках. Ничего, нормально. Цикуны. Не говори. Там стоит пустой Холландер, кажется. Или вот и цели появились. Вот там.
О, у нас один появился противник. О, Айрон Кертен ушел. С нас. Может кто-то еще уйдет или мне уйти? Ну выходи, я заберу твой Масакари. Я шучу. Ну забирай мой Масакари. Да он уже лежит. Хорошо, я пойду на ту сторону. Сейчас мы базу уберем, турели, и иди на ту сторону. Макс, забирай мех. Моя любимая Даиши. Я должен ее бросить ради того, чтобы кто-то играл. Да, мой бит пришел. Так, я подожду тогда. Если там бист пришел, если он на ту сторону уйдет, хрен. Я пока вдвоем бушаке посижу. Так, а с кем там Артём бьется? Ну все, бист ушел на ту сторону. Тебя как бы Закари возвращать? Так, он чиниться поехал. Закари, это да и. А, точно. Че это я? Хрен он меня починит. Ну че, Артём, пойдем чиниться, что ли? Ну вот, подождали немного, и за бист пришел бы. Да, бежали бы, дождался бы биста, и был бы баланс. Нет, он вот ушел. Ну это ж подлые сфероиды. На что они сейчас способны? Только на трус. Ай, он починился! Ну вот сейчас там ляжет наш кот. Кот что, уже на базе на их? Ну он там и был, да. Он оттуда не ушел зачем-то. Я видел бы. Я башку гонял. А это засада оказалась. Ну что, идти за них или не идти? Ну сходи. Артём, а деньги остаются при переходе на другую сторону или по рангу? Ну, нужно продать. У меня ранг остался. Ранг у меня если остался. Если продаться, то и деньги останутся. Ай, блин, зачем ты ушел? Я бы тебя набросал. Да ладно. Хоть, блин, хоть бы ассолт взял на ту сторону, хоть один. А у меня, в принципе, хватит на хэвика. На хэвиках я даже лучше, против чем на ассолтах. Против Масака. А мне бист уже денег накидал. Какой добрый бист. Добрый бист, да. Я отошел на секунду. Ну ты все равно чинишься. Мучительно долго. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems known. Жесть, бист решил башкой воевать. Всё. Артём.
непривычно играть на темной стороне силы. Кто башка? Слева. Бейс. Откуда я смотрю? Демолишн там, да, было. Видел ее. Я демолишера не вижу. Он прям за той горкой. А там еще какая-то машинка. В смысле, мех, скорее всего. Не машинка, а я. Меня зачем бегать? Башка чего бегает? Да, я знаю, у меня достаточно тяжелые повреждения от перегрева. Попробуй ее убить. Артём, ты пошел вперед? Демо добивать, что ли? Да. Добил, молодец. Sensors offline. Weapons offline. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Цели не видно. Сейчас вас будет ждать сюрприз. Блин, ну я не хочу к вам идти, один против троих. Так, давайте, кланаться. Зилбриген никто не отменял. Давайте, ну дуэль кто-нибудь, кто полегче. Бист, он наверху, ты видишь? Скажи, Гэн. Вот куда стреляем. ЛРМ, куда ушли мои? Там две японы. Они ЛРМ решили взять. Они ЛРМ на обе, да. 17 решили взять ЛРМ-ками. Тут два хаммера. Где там вархаммер? Отходи к ним. Left torso damaged.
А, добил таки. Фига себе, ты живучий. Я, блин, раки начали перезаряжаться. Где-то в середине процесса. Долго. Не могу они... достать его. Спасибо, Артём, слева вархаммер. Уже никакой почти. Ну да. Так он вообще наводится. На кубик твой наводится, что ли, с ЛРМом? Да, наверное. У меня три ракетки прилетает каждый раз максимум. Я его не вижу. Ну, то есть, я тоже могу навестись, вот, в некоторых случаях. Вот сейчас вот. Если не удастся, то я сейчас тоже выпущу ракеты. Серьезнее прилетело так. Ток слева пробит. Добьешь? Нет, добивай ты, сейчас он тебя спрыгнул. Ну, он спрыгнул за холм, зара. Успел. Убит? Убит. Ну я на ремонт. Пошли. Там еще урон по мне летит. Ну я вижу. Укажу. Должен быть. Shutting down. Sensors offline. Weapons offline. Reactor offline. 10 секунд осталось.